Стая из 12 собак терроризирует жителей дома по улице Первой Московской. На кадрах, присланных в редакцию портала Запмедиа очевидцам, видно, как огромные псы просто не дают детям пройти по территории, которую они, видимо, уже считают своей. Жители неоднократно обращались во все инстанции, но никаких мер принято не было. Такая же проблема и на улице Белорусской. Рядом с деревянными домами у помойки удобно расположилась стая агрессивных собак, которая не дает проходу взрослым, а периодически даже нападает на детей. Вот у нас две бабушки, мы выходим, выпускаем внука на прогулку, то одна бабушка караулит, то вторая, поочередно. Его кусала собака, правда, мы не обращались, так как она просто прикусила его, обрабатывали ранку сами. Кусает, хватает за пятки, так это не только моего внука, тут, по-моему, через одного дети уже пострадали. Проблема бродячих собак, всколыхнувшая Читу этой весной после гибели ребенка, так и остается нерешенной. Организации, которая бы отлавливала и содержала бродячих собак, нет. Единственная мера, которая была предпринята, это возбуждение уголовного дела в отношении председателя комитета ЖКХ Андрея Галимарданова с формулировкой «халатность, повлекшая смерть человека». Но судебное заседание по делу откладывалось уже 6 раз. Артем Кондратьев, Николай Шунков, ЗапТВ.